человек хоть где работает, хоть на производстве, везде, везде работает на производстве. Вы думаете, вот человек сам вот для себя что ли работает? Не, он для себя не работает. Он для кого-то работает. Вот, например, один человек у тебя, да, взять экскаваторщика, хоть на машине, хоть на КамАЗе, хоть где везде работает. Вы думаете, что, зарплату ему там платят? Да ему мизерную за аппарату платят. А остальное он должен платить за то, за это, за это, за это, за это, за это, за это, за это. А ему мизерную зарплату дают. Вот. Это, ну, равносильно, вот, например, дом построили, вот, например. Вот я, например, взял дом построил, коттеджу. Взял коттеджу, я лично построил коттеджу. Мне за эту коттеджу мизерную зарплату дали. Так, вот эта коттеджа будет лет 30 стоять, 30, а то и 40 лет, 50 стоять эта коттеджа. Она доход дает, эта коттеджа. Какой доход дает? Она все 30-50 лет доход дает. Деньги большая сумма. А я вот, который построил эту коттеджу, мне же должен доход-то идти. Мне должен идти. А он кому-то другому идет. И вот так же у нас вот все эти дома строятся. Вот каменщики эти строят, всякие все там люди. Доход должен им идти от этого дома. Людям, тем, которые строили этот дом. А не кому-то бездельным. А у нас получается, который построил человек этот дом, они идут другим, тем бездельникам. Они сидят на яхтах, да все, что хотят, то и делают. По ресторанам шляют. А тот, который строил, ему мизерную зарплату платили этому человеку. А что он на мизерной этой зарплате? Как семью-то прокормит? Он никак не прокормит. А вот доход-то должен идти ему от этого дома, ему постоянно. Вот он построил этот дом, все, ему должен идти. А не кому-то, каким-то бездельникам идти этот доход. А у нас большинство бездельников. Сидит она там, что-то печатает, какие-то бумажки. Вот там, сейчас вот раньше, ну, так, а сейчас на компьютерах и... Думают, как бы этого рабочего наколоть-то, как ему поменьше дать-то, чтоб ей больше зарплата была-то. А там служащих находится очень много, ой, там целая контора. Рабочих мизерно, а служащих всяких, там всякого дерьма очень много. Вот это вот это все дерьмо, вот это она питается, классно живет. Она даже... Дом-то не видела, как этот дом-то строится, на, вообще ничего не видит, на. А вот им больше сумма идет, чем этим работникам. А работникам что там, какая-то, вот. Вот это у нас неправильно все это делается. Вот почему я не хочу работать, потому что везде обманывают, обманывают капитально. На. Вот, да ты хоть ты у кого работаешь, там покормят... Иногда покормят просто и вообще пинка тебе под жопу дадут, а начнешь что-то возникать. О, у них полиция, милиция, сразу все, и тебя в каталажку сажают, все. Вот. Вот у нас вот так с людьми дело. А потом я плюнул, думаю, да нафиг оно мне нужно, я вот на природе буду жить, и зато нормально, хорошо, и никому я независимо. И теперь, потому что везде сейчас обман. Хоть кому ты, хоть что кладешь, обязательно тот человек тебя обдурит, обманет, обязательно обдурит, обманет. Вот. За счет вот так наживаются. Вот это неправильно у нас делается, вот эта система, обдуривают. А начнет человек этот возникать, а у того что, тот хочет заработать большую сумму, например, с этого предприятия. А предприятие говорит, ты много тут. Мы тебе дадим столько, чтоб ты не умер, самое главное. А нажиться ты от этого предприятия хрен наживешь, они вот так фигу показывают. А если ты будешь еще что-то возникать, чтоб тебе больше зарплата была, так мы тебя посадим в тюрьму, сгнием в тюрьме, понял, так? Если ты будешь возникать. Не возникай, не лезь туда, куда тебе не... Вот, работай, все, и пошли. Вот, на... А то и вообще и это не получится. Вот так у нас рассуждать. А начнет ли человек по-крупному рассуждать? Они там, бля, вообще на люди копошатые думают, нет, это Пугачев, надо его уничтожать, убить, расстрелять, чтобы он вообще это, ну как, от этого человека не распространялась, правда, на.
Вот когда у нас правда распространяется, красивая, хорошая, вот тех долбят на, надо, чтобы была грязь, грязь будет. Так вот, живите с этой грязью. А я лично с грязью не хочу жить. Нафиг она мне эта грязь нужна. Я лучше на природе буду жить. А вы там делаете, что попало. Короче, обманывайте друг друга. Да что делаете? Да все, что хотите, то и делайте. А у меня природа, у меня птички поют, все нормально, я живу на... Все. А кто, если меня будет трогать, я раз на другое место перескакивать буду. И дальше вот так скакать будет. Только от этой грязи подальше. А вы там... И мне даже и слушать вас не хочу. Что вы там... Да пускай там хоть... Вы и так будете скоро воевать со временем, между другом. Деритесь, а я буду хлопать в ладоши. О, деритесь, за деньги, за золото, за бриллианты, А я... О, тем больше грохните, тем... Тише природа будет. Вот так-то, Ура!